Более 200 общественных территорий и 14 дворовых площадок благоустроят в Дагестане в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Об этом заявили на пленарном заседании главы Дагестана. Работы пройдут в 10 городских округах и в 58 сельских поселениях в 29 муниципальных районах республики. Это на 23 поселения больше, чем было в прошлом году. На указанные цели выделено чуть более 500 миллионов рублей. Как заявил руководитель Минстроя республики Малик Баглиев, в течение июля они планируют завершить все подготовительные процедуры и начать работы по благоустройству. Он также заверил Владимира Васильева, что, в отличие от прошлого года, программу завершат без срывов и раньше установленных сроков. Ключевую фразу вы произнесли в конце выступления, что вы сказали, что готовы до установленного срока закончить эту работу. Зная ваш опыт, вашу ответственность, я принимаю, как и все присутствующие здесь, ваши заверение. Это дорого стоит. Владимир Васильев отметил, что при строительстве любого объекта на территории республики должны быть задействованы и наши производственные мощности, чтобы не заказывать необходимую продукцию из других регионов. Ну, например, у нас есть производство лифтов. Правильно я говорю, да? В Кизлярском районе есть. Кстати, неплохие лифты делают. Сертифицированные. Но почему-то мы видим, как у нас на объектах строительства ставят лифты из Подмосковья, например. Мы недавно говорили об этом, что у нас наши флагманы не загружены. Например, КЕМС имел 5 миллиардов заказ, сейчас он имеет 2,5. Он готов 1000 рабочих мест прямо сразу вот сейчас создать высокотехнологично. Вот сейчас готов. Но не может. Нет заказов. Коллеги, давайте об этом думать.